Всем привет, с вами снова я, Варин, это Бесконечный Литый Мод под названием Сердцебиение. Мы будем сегодня это проходить. И, короче, вот небольшое такое сказать мое речение. По поводу модификации вожады по неволе. Да, я могу ее проходить. Но, когда я дошел до момента столовой, я снимал, реально, 20 минут снимал. У меня там произошел самый длинный трэшбэк. Это я не знаю почему. Вот, может быть, вы знаете, это момент, когда первый день оказываемся в столовой за Виктора. Да. Или за Влада. Влада, кажется. Да, за Влада. Заходим в столовую, берем еду. И только подходим к столу, где Виола, там какая-то девочка и физрук, у меня происходит трэшбэк на очень-очень длинное. Я не знаю почему. Может, вы знаете, из-за чего это. Следующая. Модификация Влада о Семёне. Могу в целом сказать, задумка интересная, но проблема в том, что скучно, скучен текст, скучен события, скучно каждый видеть одно и то же, потому что то, что я увидел при начале пролога, там было однотипные моменты с другими людьми, как они так делали. Короче говоря, там скучно, пока не идет нормально. Буду проходить. Ну ладно, ну я еще попробую заснять такую еще одну игру, но у меня что-то происходит, что проблема с FPS-ом и за немножко зависанием некоторых моментов. И не знаю, если вам интересно, можем сыграть, я могу сыграть в эту игру, только на трансляцию, но я не знаю, как она будет вообще выглядеть, выдержит она даже, если, конечно. Ладно, не будем больше это говорить, начнем проходить от сердцебиения. Тик-так, тик-так. Пару секунд, а наше сердце уже успело совершить несколько ударов. Кажется, сокращение маленького, но очень сложный механизм внутри нас, который с таким усердием и без выходных качает жизнь. Каждый удар – это лишь сокращение мышц, продлевающее нашу жизнь на пару мгновений. Или это что-то большее? И для кого бьется наше сердце? И почему человек задумывается о подобных вещах только тогда, когда до конца его жизни остается совсем немного? Очень интересный вопрос, но сейчас не об этом. Сейчас я поведу вам одну историю. То, с чего все началось, а истории принято рассказывать сначала. Что ж, приятно познакомиться, Семён. Семён Персунов. Родился в небольшом городке недалеко от крупного поселения. Окончил 11 классов. Еще со школы увлекался медициной. Время шло, и я перебрался вместе со своим старшим братом, Егором, в областной центре, где поступил в мединститут. Учеба была сложной, но увлекательной. На жизнь я не жаловался, у меня было все, что нужно современному подростку. Друзья, любящие родители, личная жизнь, финансы, даже верная подруга, готова поддержать в любой момент. Постепенно шли дни. Дни перетекали в недели в месяца в года. Я близился к завершению обучения, брат видел редко, в основном по праздникам. И вот, накануне наступающего Нового года, родители решили забрать нас к себе, чтобы отпраздновать всеми любимый праздник всей семьей. Дорога до родного города была не близкая, да и погодные условия сыграли свою роль. На малоосвещенном участке шоссе КамАЗ, ехавшим по встречке, потерял управление, вылетел на нас. А потом, все, что я помню, ослепляющий свет фар, резкая боль и все. Как-то так я здесь и оказался. Так, порядок событий вроде восстановили, осталось теперь понять, где это здесь. Семён оглядывался по сторонам, пытаясь выловить отличительные черты помещения. Так, тусклый свет, ряд кушеток у стеночки, несколько крупных аппаратов, белая дверь, часы, сильно давящие на нервы своим монотонным тиканьем. Да это же наша больничка. Помню, как лежал тут в соседней палате пару раз. Мне тогда и 12 не было. А побелку тут все же сменили. Молодцы. Ага, а вон там в дальнем уголочке лежит кто-то. Пойду спрошу хоть, где врачи-то. Попыткой подойти не увенчаюсь успехом. И Семён остался стоять на том же месте. Это что за хрень такая? Ладно, проблем со зрением вроде не наблюдалось. Сейчас хоть рассмотрю, кто лежит-то. Напрягая свое зрение, он долго не мог понять, кто лежит на кушетке. Но когда все же рассмотрел, ему резко поплохело. Тело на кушетке почти не напоминало что-то живое. Рядом был подключен аппарат жизнеобеспечения, который недвусмысленно намекал на тяжесть положения.
Да это же я. Вот, прямо один в один. Мать моя женщина, если тело там, то... Он судорожно водил руками по тем местам, где должно быть тело, но ничего не находил. Да? Ши-пись. И что тебе делать? От мысли отвлек разговор за дверью. Он был столь тих, что Семену пришлось откинуть свои размышления, тщательно вслушаться произнесенные слова. Сколько погибших? 4. Так значит, тот, что палач еще жив? Ну, я бы таким громким фразом не бросался. Он сейчас на грани, так сказать. Одну ногой здесь, другой там. Завязал бы такими шутками. Если он еще жив, то давай его ко мне на операцию. Не так быстро. Прямо сейчас его состояние более-менее стабильно. Так что сначала с остальными делами нужно разобраться. Постепенно разговор стихал, но самую важную информацию Семен уже уловил. Он вспомнил, что произошло потом. КамАЗ на полном ходу влетел в легковушку и оставил от передней левой части машины лишь груду металла, наполненную фаршем. Воспоминания принесли с собой горечь. Горечь утраты самых близких людей и тяжелое сознание того, что он остался один. Дальние родственники давно перестали интересоваться жизнью Персуновых, а друзья вряд ли узнают об этом происшествии, списав все на простое нежелание общаться. И не только друзья. Еще и лучшая подруга, верно поддерживающая Семена. Но сейчас не об этом. Нет. Нельзя все так оставлять. Даже должен быть какой-то выход. Я же еще живой. Живой ведь. Нужно остановить и подумать. Вдох, выдох, вдох. Сейчас спокойно все обмозгуем и найдем рациональное решение. Да, так и поступим. Остановить дыхание, успокоиться получалось крайне плохо. Но неудачная попытка куда лучше бездействия. Спустя продолжительное количество времени у Семена наконец получилось успокоиться. Сейчас главное не отключаться, а то мало ли что произойдет. Но то ли слово Семена был пророческим, то ли так было предначертано, ситуация резко начала выходить из-под его контроля. Глаза начали трепаться все сильнее и сильнее, не оставляя возможности сопротивляться этому. «Твою же ма...» — успел произнести Семен до того, как провалился в глубокий сон. «Удачи тебе, солдат!» Одну минуту. Яркие солнечные лучи, радостное щебетание птиц и бурное зацветение зелени. Лето в самом разгаре. По всей палате бегали солнечные зайчики, освещая довольно тусклое помещение. Подъем! Подъем! Тот прошелся по коридору, давая поясно понять, что шансы продлить здоровый сон окончательно испарились. Семен, полежав какое-то время и пытаясь еще чуть-чуть выспаться, понял, что ему это не поможет решить ставить. Медленно открыл глаза, хорошенько протерев и смачно зевнув, он начал смотреть по сторонам. «Раз подъем, значит подъем», – произнес он, лениво поднимаясь с кровати. Остальные жители палаты уже покинули помещение, предоставляя полную свободу выбора и действий Семену. Но стоило ему только встать на ноги, как вдруг вспоминая нахлынувшей рекой, сбивая все потоки мышления. Помня произошедшее, Семен судорожно сбегал руками. И в отличие от прошлого раза, нашел свое тело. Уже лучше, хотя бы тело наличие. Тело придавало хоть какую-то уверенность. Страх отпустил, а к событиям, произошедшим накануне, отношение сменилось сугубо отрицательно на какое-то нейтральное что ли. Он воспринимал их как что-то давно оставленное в глубины памяти и особо не играющей жизненно важной роли. Нужно жить сегодняшним днем, так что будем решать проблемы по мере поступления, а сейчас самый важный тест. Он попробовал сдвинуть ноги с места и пройти хоть какое-то расстояние. Как же он был рад, когда спокойно смог сдвинуться с места. Закончив короткую пешую прогулку, Семен вернулся на свою кровать. Итак, раз делаем все в порядке, самое время заняться осмотром местных достопримечательностей. Больница вроде наша, а вроде и не похожа. Краска не та, окна вот другие стоят, но планировка старая. Что творится, жуть какая-то. Просидев еще какое-то время в пустой палате, Семен решил собраться и хотя бы выглянуть в коридор. Так, штаны и футболка на мне, осталось что-нибудь поверх накинуть и можно идти. А он и кофточка на спинке кровати висит. Правда, все какое-то больничное белое, но думаю, у местных обитателей так принято. Накинув себе кофту, Семен хотел бы выходить, но кто-то встретил его на пороге. Места преклонного возраста стоял в дверях. Персунов? Семен. Семенович кивнул в ответ. Тебе главврачу надо. Идешь направо по коридору. Третья дверь, на этаже выше, напротив лестницы. Зачем мне к нему? Некогда тебе объяснять.
Вот придешь и к ней, и узнаешь. А мне еще завтрак накрывать. Хотя на этом спасибо. Ну, поехали! С этим словом Семен отправился в короткое, но замысловатое путешествие. Тиму встретились пара медработников и группа пациентов, дружно бредущие куда-то вглубь больницы. И вот дверь кабинета главврача уже перед ним. Слегка неуверенный стук, еле слышно «Войдите!», и дверь уже медленно скрипит под давлением руки. Главврач. «А, Персунов, ну проходи, садись. Дело вот в чем. В больнице свободных мест не осталось довольно мало. Хватит тебя с такими легкими травмами, мы не будем». «Но...» Многозначно произнес Семен. «Но и выписать тебя без должного состояния здоровья не можем. Поэтому будешь направлен в реабилитацию в ближайший лагерь. Там и солнце ярче, и трава зеленее, и даже врач имеется. Это, конечно, хорошо, только есть пара вопросов. Семен хотел выудить хоть крупицу информации о происходящем вокруг и о том, что с ним приключилось, но главврач резко его перебил. «Да какие там вопросы? Личных вещей при приспособлении не было. Все необходимое прямо там и получишь. А потом воспринять на остановку перед больничным комплексом через полчаса. А теперь давай, шуруй отсюда, у меня куча дела». Семен покорно вышел и, взглянув на часы в коридоре, отправился по указателям в сторону выхода. После как минимум 3 поворота туда и 2 тупика, он все же добрался до выхода. Нормально тут сказать. На остановке казалось рукой подать, и чтобы не превратиться в запеченного, Семен решил присесть в тенек. На остановке было подозрительно пустынно. Видимо, все трудящие давно пришли на родные заводы, а их дети благополучно сососаны на дачу и в летние лагеря. Вдалеке показался Икарус, медленно двигающийся по раскаленному асфальту в его сторону. Итак, что мы имеем на данный момент? Один несчастный случай. Есть. Вечер знакомой больницы, утро уже незнакомый. Есть. Путевка неизвестный лагерь. Есть. Вроде ничего не забыл. Есть. Все то, что перечислил Семен, не сильно волновало. Его девизом по жизни было. Живи сегодняшним днем, прошлое уже было, будущее еще будет. Он довольно просто уходил от плохого, оставляя в памяти лишь лучшее. Что с ним происходило? Эх, мне бы так. А что? Наверное, послышалось. Итак, каков же итог? Я как будто снова оказался в незнакомом городе, ничего не понятно. Но очень интересно. Пока Семен копался в своих размышлениях, Икарус подъехал к остановке и торжественно распахнул двери, приглашая войти внутрь. «Давай, открыл давай!» «Давай, давай, чонок, заходи!» Бедно войдя внутрь, он опустился на заднее сиденье и, спустевшись поудобнее, думал лишь об одном. Приключения ждут. Дорога на следующее приключение оказалась куда длиннее, чем надеялся Семен. Развлекавшись поначалу, вид цветущей зелени быстро надоел, а голова была набита мыслями о лагере. Лагере. Был в моей карьере один лагерь. Артеком его вроде называли. Да, точно, Артек. Единственный лагерь, в котором я побывал. Правда, прибыл я не в разгар лета, а в конце весны. Природа лагеря сильно отличается от привычной и знакомой мне. Юг, как-никак. Если мне не изменяет память, я попал в старший отряд, где вожата была моя тетя. Отправляясь в лагерь, я ожидал довольно скверного времяпровождения внутри врат. Но, признаюсь, мои ожидания не оправдались. Мы с моей бандой веселились как могли. Довольно быстро мне не удалось собрать круг людей, которые было интереснее общение со мной, а мне их компания. Девушки в тот момент не сильно меня интересовали. Я хотел лишь интересно провести отведенный срок и отдохнуть. Время неумолимо текло, приближая отъезд. Под конец смены почти весь лагерь знал про нашу банду. Мы сильно сплотились за смену. Что там говорить, со мной прощаюсь не как с другом, скорее как с братом. Это было одним из лучших моментов моей жизни, и я уезжал домой радостный и довольный. Приехав домой, меня сразу же встретили мои родители и сказали, что мы перебираемся в другой район города, и я почти не смогу увидеть своих друзей. Услышав про своих друзей, я расстроился, что покидаю близких мне людей, но смело приевшегося пейзажа улучшило мое настроение. Мои друзья, услышав, что я переезжаю, были сильно недовольны, но что они могли поделать? После переезда я не сильно пытался начать общаться. До конца школы я оставался всего год, и ходить здесь я не собирался. Потом другой город, институт, новое знакомство. Копаясь в глубинах памяти, Семен Демелько подъехал к лагерю. Остановившись возле ворот, впереди послышался крик водителя. «Конечное! Поехали!» Услышав команду, Семен пулей вылетел из автобуса. Глаза ударил яркий дневной свет. Глаза, привыкшие к темноте, автобуса наотрез отказывались открываться.
После какого-то времени Семен все-таки смог приоткрыть глаза и рассмотреть свое окружение. Автобус уже успел развернуться и, посигналив на прощание, отправился в сторону горизонта. Живописненько. Везде, куда ни глянь, бушевала зелень самых сочных оттенков, и небо было такого прозрачного оттенка, что было только летом. Вместе с воротами Семен встретил две статуи пионер. Он видел подобную, но только на картинках или в крайне плачевном состоянии. Но сейчас они были в хорошем состоянии, выкрашены еще и не облупившей краской. Наличие истинно советских атрибутов довольно плохо влияло на психику Семена. Хоть вида он не подавал, где-то на уровне подсознания мозг будет бил тревогу. Так, надо собраться. Сойти с ума, если до успеешь, если захочется. Не слишком ли это результативно и эффективно забиваться в угол и ныть при первых же сигналах тревоги? Может и вообще сидеть такой? Политический лагерь, то сказать. А даже если... Не, так не пойдет, надо найти место в тени и обдумать ситуацию. Вдруг одна из створок ворот со скрипом открылись, и из-за нее показался человек. Девушка сначала не заметила его, видимо, ожидала встретить рядом с автобусом, но увидев практически сразу же подбежала к Семену. С тобой все в порядке? Полно. Она смотрелась несколько неуместно в этой атмосфере. Казалось, что ее выдернули из века так 19-го и переодели в пионерскую форму из лаптей до рубахи. Всю ее внешность можно описать словами «натуральная красота» или «барышня-крестьянка». Суть такой красоты рядом не добавляла спокойствия. Надеюсь, это место и дальше станет баловать меня с той приятной собеседниками. Точнее, собеседницами. Это точно в порядке? Она повторила свой вопрос. Да, со мной все отлично. Но игранно уверенно сказал Семен. Знаешь, ты же только что из больницы. Мне точно не нужно привезти до медпункта. Конечно, не выглядишь больно, но если нужна помощь, то скажи. Нет, мне правда не нужна излишняя забота. Я ведь Семен звать? Да, а что? Весь Семен вожатый ждет. Произнесла девушка, показывая пальцем в сторону ворот. А куда идти-то? Смотри, сначала идешь прямо-прямо, доходишь до статуи, затем сворачиваешь налево. Проходя по дороге, увидишь зеленый треугольный домик. Это домик вожатый. Все понял? Да, все понял. Слушай, а как тебя зовут? Точно, совсем забыл представиться. Меня зовут Славяна, но друзья меня зовут Славя, и ты так зови. Приятно познакомиться. Ладно, я тогда пойду. Вожатая делами нагрузила. И так тут с тобой много постояли. Извини, что проводить не могу. Но если что, надо будет, обращайся. Да ничего страшного. Увидимся. Увидимся. Девочка, мило улыбнувшись на прощание, и убежала за ворота. Видимо, кто-то выдал мне бесплатную путевку в рай. Но, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому думаю, я здесь не просто так. Пофилософствовав на эту тему, Семен решил осмотреть местность за воротами. Зайдя в лагерь, первым же зданием оказались некие клубы. И высоко обшарпанное деревянное здание с крылечком и решетками на окнах. «Клубы наверняка по интересам», — сказал Семен, присматривая здание. Затем он заметил, что на деревянных ступеньках крыльца сидят две девочки. Одна девочка была невысокого роста, с темно-фиолетовыми волосами, собраны два торчащие в разные стороны хвоста. На ее прекрасном лице отражалась вся гамма грусти, от мелкой меланхолии до глубокой печали. Вторая же оказалась совсем маленькая, в красной футболке с надписью «СССР» и с лицом вечно жизнерадостной, счастливой и покосливой младшей сестры. Рыжие до красноты, волосы стянуты двумя хвостиками, смазливая внешность, которая уверенно портили маленькие листья и глаза с огоньками азарта и ухмылкой шулера. Она примерно младше всех, кого я видел. Девочки, увидев Семена, сразу же подошли к нему и начали спрашивать. А кто из них вас говорит? Кто из вас говорит первым? Кто? Я не могу определить, потому что на серо написано. Ладно. С тобой все в порядке? Может быть, в медпункт пойдешь? Видимо, информация о том, что в лагерь приезжают жить и больницу, успела распространиться по всему его уголкам. Нет, не нужно. Думаю, до вожата точно дойду. На твоем усмотрении. Не надо. Хорошо, тогда увидимся. Сказали. А, это не вместе сказали! Да ёп! Можно было понятнее написать. Сказали одни, вернувшись к клубам и продолжая о чем-то разговаривать. Семен, дойдя до площади, сразу увидел крупный постамент, обосновавшийся в ее центре.
На нем было лишь одно слово. Легенда. Никак не могу вспомнить, кто это такой. Хотя с моим знанием истории это неудивительно. Обойдя легенду, он отправился дальше. Семён шел по дорожке, жмурясь от солнца и с интересом осматривает домики. Так, тут идти вдоль домика, пока не найду зеленый треугольный домик. Спустя 5-10 минут он прибыл на место. Домик, можно сказать, был забавным. Обычно такие домики рисовали детям в возрасте 3 лет. Рядом с домиком стояли огромные кусты сирени, походившие на работу современных художников классической школы, отвоевывающие себе пространство. Он решил постучаться, дабы избежать каких-либо неловких моментов. Минутку. Послышался голос взрослой девушки. Спустя несколько минут послышалось некое «Войдите». Ну и бардак тут. Прям как у меня дома. В домике же ничего необычного не было. Две кровати, два стула, стол, пара шкафчиков и постер с Фантомасом. На кровати лежала девушка лет 25 и читала книгу. И Семёна приподнялась и поздоровалась. Семён? Персунов. Приехал на оздоровительную профилактику. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Дмитриевна, и я твоя вожатая. Будем делать из тебя здорового, образцового, готового в любую минуту прийти на помощь товарищу. Пионера. Этого мне еще не хватало. Мало больницы и стресса, так тебе на горизонте замаячил факт того, что здесь пионер живет, процветает. Это случайно из мира Эйдж, так сказать. Мир Эйдж. Похож на то. Да. Кажется, из мира Эйдж. Мир Эйдж. Придется смириться, плясать под их дудку какое-то время. Надеюсь, все окажется не таким, как я себе представляю. Ну, ладно, так и уж и быть. Ты тебе часть старшего отряда. А значит, должен, как образцовый пионер, помогать обслуживающему персоналу. Работающим многим. Ты уж сам выбери, больше ты как кружок вести, медпункте помогать или столовую твою протирать. Разве я похож на образцового пионера? Благомедно пристально посмотрел Семёна и затем произнесла. Нет, пока нет. Извини, Семён, мне уходить пора. Ты смотри лаги пока, прогуляйся. Уверен, тебе у нас понравится. А я пойду. Не забудь заглянуть в медпункт, за лекарствами и на ужин не опаздывай. Форма на кровати лежит. С этими словами она выбежала из домика. Семён быстро переоделся в заготовленную форму. Интересно, куда она так спешила? Хотя, неважно. Решено было прогуляться до по площади. О, да! Проходя мимо площади, первое, что попалось на глаза Семёну, разжевывался пионеркой пионер, разговаривающий на повышенных тонах. Пионер же чем-то был похож на меня. Рост под 1,82-1,85, похожая прическа, примерно одинакового телосложения нового. Лица его Семён разглядеть не мог. Уж сильно солнце глаза слепило, и чёлка прочистил полностью кровавое лицо пионера. Пионерка была среднего роста с ярко рыжими волосами, завязаны два коротких хвоста. Рыжий, заметив Семёна, кинул мимолетный взгляд, намекая на то, чтобы он уходил отсюда. Также она была в меру симпатична, но чтобы разглядеть получше, нужно было время. Семён понял, что если задержаться еще на здесь еще на несколько секунд, то можно будет ждать, что агрессия пионерки перепадет и не на него. Пройду-ка я мимо. Конечно, сын хотел послушать, о чем они спорят, но я лучше не буду лезть в их личное дело. Уже находясь вдали от них, Семён все еще слышал крики на площади. Хорошо, что ушел. Пойду дальше. Только еле лист показала. Путешествие по логе было обнаружено здание, окруженное парочкой деревьев. А вот и медпункт. От этих дверей Семён постучался, дабы узнать, есть ли кто внутри. Немного погодя, за дверью раздался тихий женский голос. «Войдите». Река внутри будет медсестра, довольно пожилого возраста, ставшая неотъемлемой частью интерьера этой постройки. Но лекарства то все равно нужны. После легкого толчка дверь с тихим скрипом открылась. Семён, ты лопух. Зайдя внутрь, Семён резко остановился и так и остался стоять на пороге. За зоной с него медсестра лет 25-28, подписывающая какие-то документы. Услышав скрип, она повернулась в сторону двери и улыбнулась. Ну, здравствуй, пионер. Не знаю, куда был направлен взгляд медсестры, но глаза Семёна поносились туда-сюда, пытаясь увидеть все черты ее тела. В этом образе было все. Идеальные темные волосы, спускаешься до плеч, глаза разного цвета, гетерохромия во всей красе.
Довольно хорошая для своего возраста фигура. Вот тебе понятно, какой рот у нас получается. Заметьте, как Семен таращится на нее, она хмыльнула и сказала. Какова причина твоего прибытия? Видит что-то? Или на меня поглазить пришел? Видимо, глаза бегали слишком долго. С трудом поднял глаза, на нее Семен произнес. Тут такое дело. Я только сегодня прибыл. И вожатый сразу же отправил медпункт за лекарствами. А, за лекарствами, значит. Ну тогда раздевайся. Когда она произносила эти слова, в ее глаза зажглись два ярких огонька. Простите, что? Раздевайся, говорю. Ну уж нет, лекарство, конечно, штука ценная, но не настолько. Хорошо, получишь ты свои лекарства. Она с неохотой достала из шкафчика баночку таблеток и, достав парочку, протянула Семену. Спасибо, а если не секрет, как вас зовут? Или это все равно? Ну ты можешь звать меня просто Виолой. Приятно познакомиться, меня Семен звать. И мне приятно, Семен. Семен! Боже, как вы написали такой Семен, блядь, двое! Я решил завязать разговор, чтобы получше узнать Вио. Можно вас спросить кое-что? Смотря что именно. Вио, какова работа? Какова работа рабочего? Вполне неплохо. Особенно хорошо работает в этом месте. Вио говорил это о ровой шкафчике. Чай, кофе или может и покрепче? Чай, пожалуйста. Достав два пакетика чая и налив в чайник воды, Вио продолжил разговор. Обычно в логе ничего страшного не происходит. По крайней мере, операций никаких здесь делать не приходилось. Какой целью интересуешься? Я тоже хочу стать врачом. Вот и спрашиваю ваше мнение, как эксперта. Ух, не изви. Улка зарила я лицо. О, вот и чай готов. Сколько сахара? 3. Налив себе и Семен по чашке чая, она продолжила разговор. Ну как, нравится тебе этот лагерь? Пока не знаю. Как не как первый день тут. А медпункт с медсестрой понравился? Да, есть с кем поболтать, да и раны подлатать. Последив еще какое-то время за разговором и допив чай, Вио продолжил очень выгодное предложение. Предложил. Вот так, я даю тебе первое ответственное задание – пойти на склад и набрать мне лекарство. А за его выполнение ты получишь гематогенку. Ну, за гематогенку я на все готов. Так точно, товарищ ваша сестра. Какую нахуй гематогенку? Выпалил Семен, попрощавшись с Вио, вышел из медпункта. Семену сильно повезло, так как он уже видел склад во время своей прогулки. Он стоял неподалеку от медпункта, и проблем с его поиском не возникло. А вот и склад. Тряская дверь от склада, Семен заметил, что она заперта. Черт, и что теперь делать? Возвращаться и просить ключи у Виолы или Логи Дмитриевны совсем не хочется. Вдруг далеки замаячил знакомый силуэт, стремительно приближавшийся со стороны столовой. Семен встал в гордую стойку, всем видом показывая, что никаких проблем со складом у него нет. Наконец, знакомый силуэт принял естественное очертание, и к Семену вышла Славя. Семен, что ты здесь делаешь? Меня Виола послала на склад за лекарствами. А я вот стою, смотрю, как кто-то приближается. То, что ты за лекарством пошел, это я знаю. Что ты снаружи-то делаешь? Ключи-то у меня нет. Можешь открыть дверь, если, конечно, у тебя есть ключи. Да, сейчас. Сказала она, виновата, улыбнувшись. Вот, заходи. Семен зашел в комнату и попытался оглядеться, но ничего не мог увидеть, было довольно темно. Ощущение, что сегодня все было настроено против его зрения. Лав, а тут есть какие-нибудь источники света? Есть, но они не работают. Мы пытались ее еще в прошлой схеме их заменить, но никак не получалось. Ольга Вин говорила Шурику, электронику починить все это, но они отмахивались, постоянно находя какие-то отговорки. Шурику с электроником? Кто это такие? Это два кибернетика, которые целыми днями сидят в клубах и собирают различные приборы. Кибернетика? Ага. Семен, давай я тогда тебе помогу найти лекарство. Давай быстрее справимся. Хорошо, начинаем. Поиски месяца Сай шли куда быстрее, но результатов все равно не приносили. Нашел что-нибудь? Нет, а ты? Тоже ничего. За время поисков глаза успели адаптироваться и привыкли к темноте. Семен наконец смог различать вещи, лежавшие внутри склада. Дойдя до середины стеллажей, Семен споткнулся и резко влетел в Славу, придавив ее полу. Я не мог нормально ничего разглядеть, но этот запах, он сводит меня с ума.
Если бы я был смельчаком, то сейчас поцеловал бы эту красавицу, но, к сожалению, я таким не являюсь. Так что давай-ка вставать. Как, в порядке? Все хорошо, сама не ушилась. Подожди, тебе нет. Сказала она, и даже сквозь темноту можно было разглядеть ее белоснежную улыбку. Встав с пола, они продолжили поиски, и спустя всего 5 минут Семен услышал радостный голос Лави. Нашла, нашла! Подъехав к ней поближе, Семен вдруг заинтересовал одна мысль. Интересно, а какие именно нужны были лекарства? Хотя, неважно, возьму все. Подняв коробку лекарств, Семен направился к выходу, своя пошла следом. Подойдя к выходу, он поблагодарил ее за помощь и направился к медпункту. Наконец, доковыляв до медпункта, Семен кое-как открыл дверь и положил коробку с лекарством на одну из кушеток, стоящих внутри. Ну, привет, Семен. Как дошел? Приключения были? Про приключения со Славой Семен решил умолчать. И вам не хватает приключений, не было. Зашел, взял, вышел, так сказать. Ты голоден? Я тебе тут покушать принесла. Не отказался бы от еды. Его протянул мне тарелку с едой. О! Перец с котлеткой, кружка с компотом. Не густо, но по крайней мере для пионерлагеря. Выглядит это блюдо весьма аппетитно, но на вкус оказался еще лучше. Наконец, полностью опустошив содержимое, Сима оставил тарелку в сторону и поблагодарил ее за еду. Поздравляю, Семен, с выполнением своего первого поручения в лагере. Вижу гематогенку. Заслужил. Теперь можешь спокойно идти спать. До свидания. Сказал Семен и вышел с медпункта. Ох, неплохой денек был. Пора пойти на заслуженный отдых. Проходя мимо площади, попутая дожевывая гематогенку, Семену на глаза попалась пионерка, мирно читающая книгу. Из-за темноты Семену было сложно разглядеть ее, но подойдя чуть ближе, он увидел знакомую. О, это же та пионерка, сидевшая с клубом. Может быть, подойти поздороваться? Хотя нет, не надо. Тихо омуте черти водится, решил Семен побрел дальше. Правильно подумал. Ох, не нравится мне этот стрекот кузнечиков, пойду лучше побыстрее. Дойдя до дома, Семен заметил, что свет в домике был выключен. Ну и хорошо, как сразу прошел, где мне спать. Норма, пионер, блядь. Оказалось, что ты, Семен, заметил вожатую, вероятно, сдавшую Семена. Ждавшую. Салона в домике не осталось, спать будешь со мной. С вами! Подъявил, переспросил Семен. Да, со мной. А что такого? Или ты предпочитаешь спать на улице? Нет, что вы, я просто... Все, уже поздно. Иди ложись на свою кровать. И свет не забудь выключить. Хорошо. Выключив свет, Семен направился в свою кровать и, пожелав спокойной ночи, укрылся одеялом. Заснуть у него никак не входило. Так, что мы имеем? Я попал в какой-то лагерь, отдающий явно чем-то таким из 80-х. Живу по соседству с пионерами. Интересная ситуация. Если бы я дома рассказал про нее, то в округе поползли бы довольно неприятные слухи. Это в лучшем случае. В худшем же, я уже давно сидел бы в дурке по соседству с Наполеоном Цезарем, разговаривая с милыми тетушками в белых халатах. Размышляя об этом, Семен постепенно начал погружаться в сон. Тут я, пожалуй, остановлюсь. Сказать всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, с вами Своя Авария, это Бесконечное Лето, мод под названием Сердцебиение. Всем спасибо, всем пока.